Мы поднялись на 4300 метров над уровнем моря в поисках барана, которого я подранил вчера. Прекрасная погода на Памире. Надеюсь, мы его отыщем. А тем временем Юрий сообщил по рации, что ему удалось найти барана. Все хорошо, Юра. Поздравляю! Спасибо. После радостного известия все поспешили к месту сбора. Первая группа спустилась с горы и пошла вниз по ущелью, туда, откуда они начали поиски. Вторая же группа, идя по кровавому следу, забралась чуть дальше. Она и должна была доставить трофей. Баран марка Поло – достаточно крупное животное. Взрослая особь может достигать 250 килограммов. Стащить такой трофей с горы, не повредив при этом шкуру, задача непростая. Однако зимой, когда горы практически полностью покрыты снегом, шкуре ничего не угрожает. Я добыл этого барана. Примерно 64 дюйма, пока еще не измеряли. Очень тяжелые, 11 лет. В конце концов, все закончилось благополучно. Как мы предполагали, ночью у него явно была сильная лихорадка, потому что практически утром дошел. Он сделал два шага и умер. Идеальный вариант.